Всем привет-привет! Вы на канале Вот ГСН, и сегодня мы с вами быстренько обсудим вопрос вывалившихся на продажу контейнеров, которые называются, ну, прям ни больше, ни меньше, сюрприз. Что же они собой представляют? Сейчас быстренько обсудим, ну и выскажу свое скромное субъективное мнение. Много времени на это не уйдет. Перед тем, как начну, хочу попросить каждого из вас, кто не подписан на мой канал, пожалуйста, дайте возможность существовать моему каналу на просторах YouTube. Предоставьте мне, пожалуйста, возможность конкурировать с другими мастодонтами, которые, ну, прям заполонили YouTube своими видео в отношении World of Tanks Blitz. Мой канал имеет изюминку, посмотрите другие видео, поймете, в чем она. Что же касается данных контейнеров, хочу сказать следующее. Вывалили эти контейнеры по разной цене, начиная от 2500 голды за вот такой вот наборчик «Сюрприз 2». В нем находятся вот эти вот контейнеры, ну, типа, короче, выпадают вам вот эти вот контейнеры, ну, один из них, вот в хаотичном каком-то порядке, ну, и класснем на любой из них, открываем контейнер Super Conqueror, очень мечтаю об этом танчике, к сожалению, не имею возможности себе его приобрести, каждый раз, как он вываливается на продажу, просто физически не хватает денег, ну, и, соответственно, мечтаю об этом танчике до сих пор. С вероятностью 4% он может выпасть, ну, или выпадет вся остальная шелуха, которая входит в этот контейнер. И так по каждому предложению, которое здесь есть. То есть любой контейнер имеет там какой-то здесь, допустим, 5%, вероятность выпадения объекта 907. Ну, короче говоря, типа такая лотерея. И, кстати, прошу обратить внимание, что в любом случае с каждым из этих контейнеров выпадает один талисман золота. И здесь я задался вопросом. Недавно, когда я открывал мистические контейнеры, а ссылочка на мистические контейнеры вот сейчас должна появиться, ну или в конце концов, в конце видео, или в крайнем случае зайдите у меня просто на канале, посмотрите в плейлисте контейнеры, я открывал мистические контейнеры. Ну и как бы ничего из них не получил. Поэтому, в принципе, я в контейнеры вообще не верю. По моему скромному мнению, лучше синица в руках, чем, соответственно, больничная утка под кроватью. Поэтому, ребят, в принципе, ну, прям если вы совсем любите экстрим лотерею, и у вас, ну, прям попка и жуй голды, тогда можете себе их приобретать. Что же касается самих контейнеров, меня что удивило, возвращаемся к теме вот этих талисманов. 10 талисманов золота собрать надо для того, чтобы получить косарь голды. В свое время, когда я открывал контейнеры «Собери их все», то из этих контейнеров автоматом выпадало с вероятностью 95% по одному талисману золота. И прошу обратить внимание, что когда вы нажимаете на талисманы золота, то здесь написано, что как только вы наберете 7 талисманов, вы получаете косарь голды. И здесь у меня вопрос. Я не знаю. Итак, смотрим. Здесь легендарный. Может, я что-то неправильно понял. Ради интереса открываем еще раз этот контейнер и смотрим, что здесь. Здесь висит талисман. Нажимаем на него. Талисман золота легендарный. И тут у меня реально ломается мозг. То есть у меня сейчас есть талисманы, которые мне необходимо собрать до купы в 7 единиц и получить косарь голды. В описании к контейнеру написано, что вам надо собрать 10. И здесь, соответственно, есть вопрос. Вам все-таки тех 10 надо собрать? Или если я, допустим, сейчас добавлю 4, то свой косарь золота я заберу? Или мне сейчас как-то пересчитает? Ну, в общем, ребят, вопрос открытый. То ли в описании разработчики ошиблись, то ли действительно что-то намудрили и действительно надо собрать 10. Ну, короче говоря, суммируя, скажу откровенно. Вот это вот предложение по поводу контейнеров. Ребят, я остро никому не рекомендую в принципе покупать контейнеры. А уж тем более вот такие вот контейнеры, которые якобы из них выпадет какой-то, ну не якобы, он выпадет вам какой-то контейнер, и дальше вы будете держать пальцы крестиком, допустим, на Action X 5%. Да ну, ребят, лучше 2500 голды отложить, подкопить немножко еще голды, может даже как-то задонатить, и в следующий раз, когда Action X появится на продаже, а недавно он появлялся, и обзор на него у меня есть, машинка хорошая, взять и просто купить себе Action X. И не надо вот эти вот все лотереи, тупо разводники, 25 косых голды отдать за вот вероятность того, что 20 вот таких вот каких-то контейнеров вам повыпадает, и вы типа там из них что-то выбьете. Да ну ёкарный бабай, с таким же успехом возьмите просто себе, откройте магазин,
Зайдите в танки на продажу, представьте себе, что у вас есть 25 косарей голды, и вы вполне спокойно, допустим, там, берете сейчас, стоит на продаже, Action X за 8000, вы берете себе очень классную машинку, там, допустим, вот за 15, и уже, как бы, да, типа, неплохо, еще и сдача останется, то есть две машины стопудово вы берете, и не надо вам никакие лотереи, мало ли какая, в принципе, ну, шлаковая машина выпадет из этого контейнера. Вы можете взять себе офигенную акулу за 8500. Опять-таки, у меня есть обзор на нее на моем каналчике. Посмотрите, машина реально стоящая, классная, ну, реально заходит. В конце концов, 20 голды вот взяли себе Бадгера. Я не знаю, хорош, плохой, Бадгера у меня нет. В принципе, в боях встречался. Ну, машинка вроде бы нормальная, особенно когда мордой стоит к тебе. Найти мягкое место крайне сложно, на чем бы ты ни играл. Короче, к чему веду? Возьмите реально из магазина то, что вы видите, берете и покупаете, а не играете в какие-то лотереи. Это было мое скромное мнение по поводу контейнеров сюрприз. Если вы не против, я буду дальше критиковать то, что надо критиковать, и хвалить то, что надо хвалить. Моя к вам только просьба, подпишитесь на канал, я буду вам очень за это благодарен. Ну и вы этим дадите возможность существования моего канала на просторах YouTube и возможность его развития. Всех благ, всего хорошего, ну и как обычно, я всегда всем желаю чистого сердца, исключительно мира.